Пословица «готовь сани летом, а телегу зимой» известна всем, не только сельхозработникам. Она и по сей день сохраняет свою актуальность. С небольшой поправкой ни телег, ни саней на вооружении у крестьян практически не осталось. Своевременно запасаться необходимо передовыми новинками машиностроения. На дне поля в Комсомольском районе выставили 150 образцов сельскохозяйственной техники, так что проблем с выбором быть не должно. Ну вот прошлый год показал, что кукуруза 50 центнеров с гектара легко дает у нас на зерно. Вообще, в прошлом году я сам лично ознакомился с полевых условиях. Влажную погоду. Влажную погоду, сентябрь, октябрь проводили. Даже после заморозков. Ничего страшного. Машина как раз устроена таким образом, что здесь работает система АПС, то есть предварительно молот перед основным молотильным барабаном идет. Поэтому дополнительная влажность, дополнительная засоренность этому комбайну в принципе нипочем. На выставку в Комсомольский район приехали 15 компаний, большинство из России. Это хорошая возможность сверить часы. Производителям сельхозтехники важно знать запросы аграриев, которые, в свою очередь, должны поддерживать отечественное машиностроение. Не секрет, что в последнее время российский рынок наводнила бывшая в употреблении импортная техника, которую предлагают значительно дешевле, чем едва сошедшие с конвейера наши машины. Шаги навстречу уже сделаны. Концерн «Тракторные заводы», к примеру, перевел производство из Красноярского края в Чувашию, чтобы снизить стоимость своей продукции за счет транспортных расходов. Сколько с тем движком экономия дает? Ну, где-то 12. 12-15%. В литрах, если посчитать, вот у нас Хорошавин-Цивильский район, прямо эту цифру он выводит, это разница 150-180 тысяч сезон у него выходит вот так, только на солярке. Подобные выставки хороши и тем, что у потребителей есть возможность предметно познакомиться с предлагаемыми образцами, оценить их возможности. Красивая техника, мощная, с ним можно долго работать и быстро, и хорошего урожая получать. Глава Чувашии также напомнила о необходимости внедрять новые технологии. В условиях засухи, которая регулярно наведывается в южные районы республики, это становится осознанной необходимостью.